От администрации города подпись под документом поставила Ольга Медведева, начальник управления по образованию и науке, а от «Сириуса» заместитель руководителя фонда «Талант и успех» Михаил Случ. Теперь на курорте стала возможной реализация программ дополнительного образования, проведение практических лабораторных занятий, организация проектной и исследовательской деятельности. Очень важно, что мы вот теперь вместе с «Сириусом» и вместе с городом Сочи отработаем вот эту модель дополнительного образования, которая будет доступна, с одной стороны, абсолютно всем, с другой стороны, позволит ребятам, которые уже определились своей специализацией, фактически выйти на уровень подготовки, соответствующим первому-второму курсу ведущих российских вузов. А для сочинских педагогов предоставляется возможность профессионального роста, освоения инновационных технологий в работе с одаренными детьми, стажировка в рамках преподавательской деятельности в профильных сменах «Сириуса». К работе будут привлечены лучшие педагоги из других регионов России. Администрация города Сочи предоставит квартиры для этих педагогов. И эти педагоги будут работать как в «Сириусе», предположим, точно так же и в наших школах. Эти учителя, которые сильные, которые будут собраны со всей страны, они будут всячески помогать добираться до их уровня и нашим педагогам города Сочи. Несмотря на то, что соглашение подписано только сегодня, активное сотрудничество «Сириуса» и «Сочи» в рамках дополнительного образования продолжается больше года. Более 8 тысяч школьников курорта уже участвовали в различных проектах образовательного центра.